Оставим вас здесь, так чтобы нас видели молодые, да. Мы же беремся за них. Александр, не бейте говно из себя, Сергей. Итак, в левом углу ринга кто у нас? Давайте назовем его как-нибудь. Кличко. Как? Кличко. Кличко. Да, ваши аплодисменты. Кличко. Мэр Киева, Кличко против... Яковлев. Против кого? Яковлев. Против Януковича. Яковлев. Да. Многие хотят, чтобы Януковича побили, но давайте все-таки дадим... Майк Тайсон. Хорошо, Майк Тайсон, ваш аплодисмент Майку Тайсону. Сразу видно, что человек темнокожий. Ваши аплодисменты Тайсону. Как? Леонардо. Леонардо Ди Каприо. Давайте, да, Леонардо Ди Каприо против Виталия Кличко. Итак, сейчас будет играть музыка, мы ее вернем. Условия простые. Нужно бить молодого человека. Все просто. Раз, два, три. Музыка готова, поехали. Стоп. Понятно, что драки не будет. Конечно. Неужели вы думаете, что молодые разрешили бы мне провести такой конкурс? Нет, драки не будет. Это мои боксерские боевые трусы. Это не семейные, это боксерские. И они новые. Я их одевал сегодня несколько раз. А я понял, надо в перчатках одеть трусы. Да, надо в перчатках одеть мои труселя. Нет, рано, рано. Итак, на счет три. Вы готовы? Раз, два, три. Поехали. Я вижу, у Сергея есть своя техника. Победный танец в моих трусах, это обязательно. Победный танец, да.